друзья, всем огромный большой привет! Итак, снова очередной выпуск Second Hand. Украина, Днепр. Кто не знает, зовут меня Нателла. Я сегодня в обновке шикарной от вьетнамского бренда. Вот такой вот блузочки и в красном. Почему в красном? Во-первых, обожаю красный цвет, ну, соответственно, да, блондинка. И что? Через пару дней День влюбленных, 14 февраля, красный цвет, День любви. Мои дорогие зрители, любители секонд-хенда, давайте сейчас посмотрим, что предлагает предвесенние, предпраздничные дни в Украине. В Украине магазины Stock, Secondhand и прочие такие маленькие магазинчики. И что в этих магазинах, которых я прошла вчера по центру, большое, огромное количество. И что же я увидела, я хочу предложить вашему вниманию. Поехали посмотрим. Друзья, прогуливаясь, я обратила внимание на брючный костюм. Производитель Украина, который стоил 2650, сейчас его отдают за 1250. Вот, значит, это даже не акция, просто магазин хочет быть на плаву. И с удовольствием идет такая вот распродажа существенная. Покрой, ровные брюки, ровный приталенный пиджак, шикарно смотрится. На днях поедем с Людочкой, обязательно померяем, возможно, купим. Друзья, зашла в маленький секонд-хенд. Очень маленький магазин, там все спрессовано, найти все очень тяжело. Но, друзья, кто ищет, тот всегда найдет. Я уже знаю, что это Гэри Вербер, немецкая фирма. Огромное спасибо, кто написал. Кстати, в этом сезоне весной и летом вообще в тренде будут пудровые розовые цвета. Ну, опять возвращаемся к розовому, наивному, доброму розовому цвету. Пиджак шикарного качества. Друзья, даже пуговицы в карманах есть, которые запасные. Просто вот так вот сильно сжат. Шикарно смотрится. В супермаркете Second Hand Берлин. Красные тоже блузки с шикарными воланами. Значит, друзья, написано производство Вьетнам по 90 гривен. Вот такую я более строгую взяла. Друзья, ну еще, конечно, о красном. Платье спортивного покроя, очень приятное, от производителя For Future, который в основном показывался на российских рынках. Сейчас уже появился у нас и в Украине. Это я вчера узнала о продавца, она очень рекомендовала для молодых девочек. Просто очень смотрится стильно, очень стильно и привлекательно. Спортивная кофта, производство Италия. Кто помнит, как мы раньше любили, как мы гоняли за такими кофтами спортивными? Совершенно новая, шикарно смотрится. Вы знаете, невозможно пройти, когда вот на вот такой вот блузке на тебя смотрит очаровательная девушка с бантом, очень стильная худи с печатью. Ну, шикарная. Стоит она 230 гривен. Это сейчас тоже будет бренд этой весной. Оно будет подходить, видно, на молодых, естественно, девочек. Ну, как молодых? Мне кажется, до 40 вперед все возможно. Смотрится она шикарно. Естественно, не под юбки, а под брючки. Я примерила так, чтобы вы посмотрели, как она смотрится. Ну, очень. Понимаете, так вот, кто идет, Нателла или девушка? Кто-то из них идет. Мне очень нравится синий насыщенный цвет. Мне кажется, женщине моего возраста она очень подходит. Цвет освежает, омолаживает. Пройти мимо просто невозможно. Да, коллекция, она совершенно новая, но коллекция видна. Прошлого сезона отдают совершенно дешево, 90. Друзья, ну вот это вот настоящая находка, спортивная куртка. Немецкий производитель Крейн. Фирма совершенно молодая, но уже завоевала на российском рынке. Вот сейчас уже и поставляют секонд-хенд и в стоковые магазины к нам в Украину. 126 гривен килограмм, значит, она выходит 45 гривен. Представляете, она в шикарном качестве, теплая,
Такая теплая, воздух вообще не пропускает. Ну, правильно, немцы, занятия спортом необходимо на лыжах, на коньках. В общем, спортсмены и все, кто почитатели этой фирмы, наверное, разбираются. Я эту кофту спортивную взяла. Она на меня великовата. На мою маму, надеюсь, на велике она еще погоняет. На велосипед за милую душу будет носить. Тем более за такую смешную цену. Немецкий бренд. Друзья, 2 сезона назад было очень модно вот такого вот покроя белые катоновые брюки. Они стрейчевые. На стройную девушку от фирмы Melrose. Они вообще взвесили на 12 гривен. Очень жаль, что я в них, ну, слишком все выперла. Они на мне сошлись, но немного было смешно смотрелось. А на высокую девушку будет просто бесподобный. Просто постирать. Но как же ж без Индии? Фирма Кенчи, индийский бренд. Шикарная, я люблю такие вещи. Она очень воздушная, яркая, смотрится бесподобно. 125 гривен, но красота! Огромное спасибо, мои дорогие друзья, за просмотр. Я пойду в ресторан 14 февраля вот в таком вот, наряде. Обязательно мне будет вот эта красная кофта. Это обязательно. Азаровский красный пиджак, который был когда-то людым. Сейчас я похудела, я очень хорошо похудела, и он на меня очень даже хорошо. Если на заднем плане вам видно, сейчас покажу вам, если увидите. Юбка. С юбкой еще буду решать вопрос. И в белых туфельках, которые сейчас вам тоже покажу, как будет оно смотреться. Белые туфли. Белые туфли, которые я покупала тем летом, будет прекрасно смотреться. Они простые, они не такие уже, никакие они не брендовые. Луиса Перес. Луиса Перес, оказывается, еще и брендовые. По-моему, они свадебные. А какая мне разница? Главное, что они на ножки хорошо смотрятся. И мне в них очень удобно. Ничего не трет, ничего не мешает. Это очень и очень сейчас важно. Так, вот как-то так, вот как-то так. Сейчас, если получится, покажу вам себе в зеркале. В общем, кому понравился мой выпуск Second Hand, значит, друзья, я показывала только то, что действительно мне понравилось. Знаете, не все подряд. Не все подряд, тут лежу показать, вот типа я купила. Я только то, что я присматриваю, смотрю, все подряд, я не покупаю. Я сейчас покупаю только необходимые себе вещи. Вот маме, конечно, я взяла на велик. Уже постирана, висит, обязательно потом на ней покажу. И также, конечно, я сегодня, может быть, для кого-то с красным переборщила, но давайте разукрасим нашу жизнь красками. Все, всем пока, всем огромное спасибо, что со мной, подписывайтесь на мой канал, поддерживайте меня, пишите, что понравилось, что нет, любым комментариям буду рада, отвечу на все. Кому понравился канал, включите колокольчик. Всего доброго. Там переобуюсь, конечно. Или одену белые свои. У меня есть на высоком каблуке. Белые есть у меня полусапожки. Ну, как-то так. Как-то так. Кушаю и худею. Так что, девочки, дорогие мои, берегите себя. Не перебарщивайте диетами. Кушайте и худейте.